Это не обсуждается. Ты остаешься и точка. Вообще-то я тебя не спрашиваю. Поверь. Здравствуй! Прости, я плохо различаю лица факультета. Я думал, что мы уже знакомы, но ошибся. У факультет ни копыт, ни рогов, их трудно различать. Я Саис Рактхадвелл. Факультет зовут меня Двелл. Я продаю кристаллы из своего мира. Они делают факультет быстрее и сильнее. С ними проще побеждать врагов. Цены разумны. Конечно, факультет. Да, это частый вопрос. Я Фавн из Яэш. Это мир, где правит вечная императрица, где резвится лань и рыщет разоритель, где баланс вдыхает жизнь в джунгли. Точнее, так было раньше. Увы, нет. Бессмертные издревле притесняли обычных фавнов, пользуясь своей силой так, словно они чем-то заслужили. Фавны восстали против тирании, и какое-то время казалось, что мы можем победить. Затем пришла чума. Факультет зовут ее Корни. Когда я видел Яэшу в последний раз, она изнемогала под гнетом чумы. Разоритель рыщет на свободе, лань пропала, бунт продолжается. Но мой народ жаждет покоя. А, факультет Форд, основатель. В свой последний визит на Яэшу он говорил, что это возможно. Я не понимаю, как это действует, но вот теперь я здесь. А, Форд много раз бывал на Яэше. Он помогал повстанцам свергнуть бессмертных тиранов. Было ясно, что он хочет защитить нас. Он умел убивать и охотно учил этому других. Двелл не учился у Форда убивать, но тоже помогал повстанцам этими самыми кристаллами. И тоже был заключен за это в тюрьму. О, я страдал много лет. Я не хотел платить такую цену, но другой факультет, тот, что странствовал между мирами, освободил Форда, а Форд освободил Двелла и многих других. Факультет, то есть не фавн, это слово бессмысленно в мире самих факультет, но не в языке Двелла. Пусть это не имя факультет, но именно так меня называют на их языке. Они сделаны из кристалла, который есть только на Яэше. А хани, жрецы фавнов, запрещают черни использовать кристаллы. Но гулы умеют обходить запреты. Гулы давно делают из таких кристаллов оружие. Или что попроще. Но чтобы раскрыть их истинную мощь, нужен мастер, такой как Двелл. Все кристаллы особенные. Кристалл — это порядок, от оболочки до сердца. Одни кристаллы преломляют свет, другие соединяют миры. По такому я попал сюда. В таких кристаллах заключена сила. Некоторые фавны считают их даром богов. На самом деле их силу порождает связь гармонии кристалла и мирской суматохи.
я совершенствую их и направляю их силу в нужное русло. Ахани занимаются этим с давних времен. Чудно. Конечно. Все дороги ведут к Двеллу. Может, из этого получится приличные силки. Я смотрю, кто-то сильно обнаглел. Шаришься тут, как у себя дома. А, тот пацан, который с корнем говорит. Не доверяю я ему. Но и спорить с ним не стану. Я же не тупой. А поконкретнее он никак не мог. Ясно? Ну что ж, пацан чокнутый, но не дурак. А снаряга у тебя, мягко говоря, не очень. Если спросят, скажи, что это я тебе дал. Бесплатно. Рикс мне все уши прожужжит, если я тебя к нему не пошлю, да? Надо будет Риксу показать. Ну ладно. Он в таком разбирается. Ступай к Риксу. Скажи ему, пускай делает все, что захочет. Брабусу надо лучше отлаживать оружие. Это вообще никуда не годится. Приветствую. Рад, что ты в порядке. Чем он самый? Но все зовут меня Рикс. Я стараюсь защитить ребят, как могу. Улучшаем броню и оружие. Кстати, Бо как раз говорил, что тебе может что-нибудь понадобиться. Если нужно, ты спрашивай, не стесняйся. Мы здесь все друг другу помогаем. Даже МакКейп. А зачем это надо, он не объяснил? Да уж. В этом весь Брабус. Ну, специальность у меня довольно узкая. Кажется, я понял, что он имел в виду. Если решишь улучшить снаряжение, приходи. Если что, я всегда тут. Боже правый, что в меня? Ах. Ну и каким ветром тебя сюда занесло? Ну что ж, всякое бывает. Короче, не буду разглагольствовать. Меня зовут МакКейп, и я не люблю, когда меня отвлекают от дел. Я занимаюсь модификацией оружия. А больше тебя обо мне ничего знать не обязательно. Это ясно? Твою ж мать. Ты серьезно, да? Ну, говори, что у вас за путь такой? Да чтоб меня. Ох, и сказала бы я этому пацану пару ласковых. Да не могу. Он ведь всегда прав. Ага. Ну, обо мне вспоминают только потому, что я умею махать молотком. Так что давай займусь твоим оружием. Ну, или засуну его тебе куда-нибудь. Тут, говорят, тебе на прошлой вылазке попалось кое-что любопытное. Дай гляну, может пригодится. Пригодится в этом твоем пути. И передай Уолли, чтобы в следующий раз изъяснялся конкретнее. Ну что, мы закончили?
Или мне опять браться за молоток? Давай я сэкономлю тебе время, и ты отстанешь, наконец. Жили мы, значит, вон в том здании. И вот явился один человек. Скиталец. Мы тут всем гостям прозвище даем. Так вот, этот скиталец берет и побеждает корень. С тех пор мы живем вот здесь. Теперь до тебя дошло? Не люблю все усложнять, чтобы не объяснять лишний раз. Слушай, без обид, но я не люблю, когда меня отвлекают от дел. Понимаешь? Всегда злит, когда спокойно поработать не дают. Хотя знаешь, ты вроде бы поинтереснее тех, кто обычно сюда заявляется. Давай договоримся. Если вдруг найдешь что-нибудь полезное, тащи сюда. Попробую модифицировать твое оружие. По рукам? А, и не ляпни никому, как мило мы поболтали. А то прирежу. Не выделывайся, бродяга. Без тебя забот хватает. Брабусу надо лучше отлаживать оружие. Это вообще никуда не годится. Надо бы зайти к Риксу. Пусть посмотрит, что с ружьем не так. Во, это в самый раз. Две пули в живот и одна в голову решают почти все проблемы. Привет. Хочешь что-то спросить? Главное, что мы вовремя вас нашли. Коряги страшно на вас разозлились. Давно не видел, чтобы их столько собиралось. А, это все Уолли. Это он предупредил, что к нам кто-то идет. А Клементина поняла, где вас надо искать. Они, как бы сказать, чувствуют корень. И мы решили, что там, где корней много, кто-то наверняка попал в беду. Так мы вас и нашли. Уолли, то есть Уоллес, у него особый дар. С рождения. Уолли живет в блоке с самого детства. И этот его дар спас немало жизней. Он парень хороший. Такое, что мне, к счастью, и не снилось. Он видит глазами корня. Видит то, что видит он. Прошлое, будущее. Не представляю, каково это, когда такое в голове. Ты лучше его поспрашивай. Вроде того. Лет 20 назад я охранял старый блок. Помогал там и сям по мелочи. Но прежде чем командир Форд скончалась, они с основателем оставили меня за главного. Может, просто все остальные отказались? Но жители блока — моя семья, другой у меня нет. Ради них я готов на все. О, спасибо. Я просто, ну, веду здоровый образ жизни. Правильно питаюсь, рано спать ложусь. Командир Форд говорила, что лидер в первую очередь должен уметь позаботиться о себе. Я стараюсь жить правильно. Думаю, она этому научилась у основателя. Он здесь уже много лет, хотя лидер из него так себе. Внучка, вообще-то. В те годы основатель тут почти не появлялся. Но командир Эллен была мне как мать. В старом блоке все были ей как дети. Трудно смириться с тем, что она умерла раньше него. Но когда последняя надежда угасает, ей на смену должна прийти другая. Командир сама так говорила. Даже не знаю. Командир говорил о нем так, будто он умер еще до моего рождения. Ты лучше у него об этом спроси. Только знай, он не такой, как все мы. Он многое повидал. Обычно этим занимается Реджи.
А если хочешь совсем безумных рассказов, тебе к мусорному зубу. Этот старик умеет рассказывать байки. Невероятно, правда? Никто не понимает, как она это делает. Даже она сама. Но когда она взрывает коряк, воздух будто заряжен энергией, как после грозы. Она удивительный человек. Без нее нам бы не жилось так спокойно. Между мной и... Я не... Что? Нет, нет, что ты? Она мне... То есть нравится, конечно, но... Все не так. Вот тебе когда-нибудь встречались такие, как она? Мне точно нет. Я ведь, как бы это сказать, храбростью не отличаюсь. Но когда я вижу, как она сражается за других, не жалея себя, то хочу стать лучше, чем я есть. Я хочу, чтобы она гордилась мной, понимаешь? Думаю, можно сказать, что она меня вдохновляет. Только... Ей об этом не говори. Люди здесь хорошие. Пообщайся с ними. Береги себя. Мне сейчас вообще не до этого. О, кто пришел? А, бродяга. Да, Уоллес предупреждал. Ты вовремя. Прости, некрасиво вышло. Хотя ты же все понимаешь. Родные не всегда друг с другом ладят. Эндрю Форд. Рад познакомиться. Он самый. Ха, их у меня хватает. У тебя, наверное, много вопросов, а у меня к тебе есть просьба. Так что не будем тянуть. Спрашивай. Ну, ни имени, ни пола я не знал, но был уверен, что кто-то доявится. Мне Уоллес рассказал. Ладно. Долго рассказывать, а времени сейчас нет. Давай объясню вкратце. Бывает, выпьешь чего-нибудь и опьянеешь. Или съешь что-нибудь и станет дурно, или начнет клонить в сон. Да. А бывает и вот так. Мир полон сюрпризов. С этим не ко мне. И смотри, как бы не пожалеть потом, бродяга. Да так. Ничего опасного. Мне надо навести кое-где порядок, а потом мы займемся делом всерьез. Здесь много интересных людей, можешь не сомневаться. Мы спорили, а не ссорились. Это разные вещи. Мы с Клем знаем друг друга дольше, чем кто-либо из местных. А значит, и спорить нам с ней всегда есть о чем. Кровь из носа, головные боли. Боюсь, есть и что похуже, но со стороны не видно. В книгах про такое не пишут. Вряд ли хоть кто-то из местных потерял столько, сколько Рикс. Не знаю, как он по утрам встает с постели. Но как-то встает, и мы ему за это благодарны. По сравнению с кем? Бо хоть и молод, но управлять блоком умеет. Учился у лучших. Он же осиротел совсем ребенком. Блок 13 стал ему семьей.
А когда Бо подрос, то начал отвечать за охрану. И получалось у него прекрасно. Вот мы и решили, что здесь он тоже будет за главного. Ну, я слушаю. Так-то лучше. Теперь можно и выдвигаться. Не буду лукавить, именно такой помощник мне и нужен. У меня есть кое-какие дела в старом блоке. И я подумал, что ты-то мне с ними и поможешь. Сперва поговори с Риксом. Добудь себе оружие. Я буду ждать у ворот блока. Там и поговорим. Вот и все. Теперь старику с тобой ходить не страшно. Ну что, отправляемся. Тогда не будем терять время. Нам сюда. Пахнет все так же. На, лови! Ручку поверни, и он включится. Раньше это был исследовательский центр, современный. Мы здесь делали то, что никому и не снилось. Ни до, ни после. Но все наши ученые умы не понимали сути этих камней. А потом было уже поздно. Камней? Камней мира. Это огромные красные кристаллы. Окна в другие миры. И окна, и двери. Думаешь, мы их спрятали и понадеялись, что коммунисты не найдут такие же? Нет, мы должны были изучить их вдоль и поперек. Это был вопрос национальной безопасности и гордости. Ну и вот, мы открыли дверь и вошли. Но на другой стороне что-то было. Все случилось не сразу. Жители миров, где мы побывали, не могли последовать за нами. Мы думали, нам ничего не грозит. Увы, корень все же проник к нам. Потом... Ну, что было потом, все и так знают. Заперто! Вообще-то, это мой дом. Идем. Я попросил Эллен кое-что припрятать на черный день. Думаю, где-то здесь все это и хранится. Ну уже, Элли, где твой тайник?
Эту красную штуку мы называем драконьим сердцем. Почему? Не скажу. Бери, пригодится. Эй, посмотри-ка, что там в спичечном коробке. Вдруг что-то найдешь. Помоги открыть дверь. Не хочу весь день тут маяться. О, что это? Это камень мира. Точнее, осколок. Действует так же, как и сам камень. Мы отключили его, когда умер Харсгар. Я уже тогда сказал Эллен, что от этой глыбы больше вреда, чем пользы. Ха! А как же? Ха. Хорошо. Ну-ка, а может вот так? А с какой целью? Твою мать! Столько лет и столько миров. Кто бы знал. Первым камню прикоснулся Эндрю Форд. Но вернулся ли он? Иди. Пусть Бо разнесет здесь все. Скажи ему, чтобы взял побольше взрывчатки и оставил тут одни руины. От этой глыбы больше вреда, чем пользы. Не забывай. Форд! Ну все, теперь Бо разозлится. Он все-таки смог. Он разбудил камень. Клементина! Эй! Знаешь, что с ним делать? Хочу ли я этого? Сбой системы неизбежен. Ядро скомпрометировано. Утилита необходима. Производится захват. Клементина! Помоги! Отпусти меня! Не отпускай! Отпусти ее! Сейчас же! Клементина! Черт! Твою же мать! Нет, не надо! Даже не смей! Это же просто бред! Клементина! Форд? О, черт! Да где же вы? Просто жесть какая-то. Что с кристаллом, что с Фордом. Придется идти дальше и искать Клементину. Землю я, Эши, уже очень давно не ступал никто, кроме фавнов. Чума забирает меня. Или она теперь часть меня.
прошло столько времени, что уже нет никакой разницы. И все же, что привело Бакультек на Яэшу? Красный кристалл? Я видел такие в беспокойной дреме. Чума часто думает о них. Особенно о камнях земли Бакультек. Я Бедель из Вонтов. Когда этот мир был молод, фавны заботились обо всем, что растет и цветет. Теперь фавны предают мир. А мир, то есть волк, предает фавнов. Тебе подобные редко ступают по этой земле. Похоже, Бакультек приходит только во времена больших перемен. Сначала Креллы, потом тот, кого зовут Форт. Это лишь слова. Так же говорил Форт, враг императрицы. Все было иначе. Императрица бессмертна, непобедима. Ни один Бакультек не ранит ее и не пронзит ее сердце. Враг императрицы уже давно не бывал в Яэше. С тех пор, как его освободил другой Бакультек, таковы перемены. И до смены поколения я оказался здесь, в ловушке. Прозрев для страшной чумы и ослепнув для настоящего. Кто знает, что произошло за это время. Увы, мне мало что известно. Хотя многое требуется узнать. Яэша хранит множество тайн. Разоритель, гроза фавнов и осквернитель лани. Волк охотится на всех. Но на него, к стыду фавнов, не охотится никто. Бессмертный разоритель, что некогда был частью баланса, предал этот мир и присягнул на верность чуме, способный уничтожить все миры. А красную лань, ту, что так долго сдерживала разорителя, не видели уже целую эпоху. И если Бакультек хочет спасти свою жизнь и свой мир, придется выследить и убить разорителя. Зверь не одинок. Ему на верность присягнули леймеры. Когда-то леймеры служили вечной императрице. Но потом многие из них поверили лживым речам разорителя и предали фавнов. Берегись, Бакультек. Они не уймутся, пока жив зверь. Могу заверить, Бакультек, что весело точно не будет. На обмен? Пожалуй. Деньги мне, разумеется, ни к чему, но Бакультек может оставить взамен то, что пригодится другим. Бери, что хочешь, Бакультек, но оставь то, что считаешь равноценным. Пусть это будет дань балансу. И дар фавнам. Надеюсь, это поможет, Бакультек. И пусть ответное подношение укрепит землю под копытами лани.
другое. Вроде все. Ну и жесть. Погнали! Все? Thank you.
Подходи. О, ну наконец-то. Все, к бою. Это все? Наконец-то.
лучше. Плохо дело. Ого. Что, все? Спасибо тебе. Oh.
Слава основателю, ты в порядке? Где? Что случилось? Так и знал, что основатель что-то задумал. Кто еще полез бы в старый блок? Слушай, мне жаль, что тебя в это впутали. Так что там случилось? Что? Да ладно. Клементина? Ну и где она? Она жива? Да, да, извини. Просто Клементина... Она всем нам очень дорога. Надо ее найти. Я соберу всех. Если она вошла в Камень Мира, значит, ее могло перенести куда угодно. Слушай, я ведь сейчас не преувеличиваю. Она может быть где угодно. Да хоть в другом мире. Я сейчас позову Брабуса и Рикса. Скажу им, чтобы... Господи, что я несу? Я ведь тоже не представляю, что там творится. Я так поставлю под удар весь город. Клем бы этого не хотела. Чудо, что хоть тебе удалось вернуться. Нет, все верно. Мы должны довериться тебе. Ты ведь не против? Спасибо, бродяга. Поговори с жителями. У них найдется все, что нужно. Форт, в смысле наш старый командир, а не основатель, часто повторяла, что быть лидером и героем не одно и то же. Лидер должен оставаться с людьми. Я думал, она просто злилась на своего деда за то, что он вечно был далеко. Но теперь, кажется, я начинаю ее понимать. А, да, она в полном порядке. Такую ничто не остановит. Как услышала, что вы пропали, так сразу вскочила на ноги. Врач запретила, да бестолку. Не знаю, как она проводила время. Может, искала тебя, а может, занималась своими делами. Но ее неугомонность оказалась весьма кстати. Она открыла магазинчик у ворот. Полезные штуки продает. Сходи к ней. Она страшно за тебя волнуется, хоть и виду не подает. Говорит, будто хочет уйти, но не уходит. Я такое уже видел. Когда стало ясно, что вы пропали, мы с Риксом пошли вас искать. И увидели, что камень парит в воздухе и светится, как раньше. Я не первый раз уже такое видел, так что обо всем догадался. Вот и решил перенести его сюда, чтобы сразу помогать всем, кто из него явится. И не зря, как выяснилось. Вряд ли тебе бы удалось быстро выбраться из старого блока. Да, ага. Когда корень был еще повсюду, я помог скитальцу добраться до исходного блока. Правда, я так и не понял, где он находится. С Камнем Мира всегда так. Ни за что не угадаешь, где очутился и как туда попал. Хотя скитальцу это почему-то давалось легко. Да, так называли того человека. Это не я придумал. Все самое важное легло на плечи скитальца. Войти в блок, сразиться с корнем, найти Клементину. Так или иначе, я лучше остальных знаю. Из таких штук может явиться что угодно. Наш основатель вообще особый случай. Он уже не в первый раз пропадает. И даже не в пятый. Командир Форд. Его внучка говорила, что полагаться на основателя все равно, что бежать по щебню. Беги, не беги, рано или поздно все равно поскользнешься. Сам бы я так не сказал. Но основатель Форд всегда был для нас скорее вдохновителем, чем лидером. А когда я был маленьким, все думали, что он уже давно умер. Но основатель никогда не пропадает навечно. Проходит неделя, год, десятилетие, и он каким-то чудом снова возвращается. Я знал, что она ушла, но не догадывался, куда именно. Клем часто куда-то уходила, понимаешь? Такой уж она человек. Пропадала на несколько часов, а то и дней. Я был недоволен, но... Она же взрослый человек. Да и вряд ли я бы смог ее удержать. И она, если вдруг что, ты знаешь, где меня найти.
Кажись, тебе надо поупражняться в стрельбе. Оружие от Брабуса подойдет убийце, но не охотнику. Сойдет. Не вздумай идти по моим стопам, а то я тебя устрою. Чего тебе надо? Другое дело. Здесь нужен ствол подлиннее. Надо бы зайти к Риксу. Пусть посмотрит, что с ружьем не так. О, это в самый раз. Две пули в живот и одна в голову решают почти все проблемы. Как твои дела? Если что, я всегда тут.